Сейчас самое время выйти на крипторынок и начать зарабатывать. Если вы хотите заработать на биткоине, то советую вам проект Start.com, на котором даже не надо переводить деньги в криптовалюту. Просто регистрируйтесь и начните зарабатывать столько, сколько вы сможете. А специально для вас я сделал депозит на 14 тысяч рублей на сумму 55 тысяч рублей. В итоге вышло 68 тысяч, что я легко вывел на свой Kiwi кошелек. Подробная информация в описании. И я не помню в детстве ни разу такой хуйни, чтобы она такая, типа, что-то там мне пожаловалась или сказала, что у нее денег нет. Самый нем начался сейчас, когда на ландшафтный дизайнер встал, стал заработать. Чё мутьте, пацаны? 4-5 раз больше. И такой ты дебил, конечно. Я думаю, еще что-то такое щедрое. Я на следующий день об этом пожалел, когда встал, понял, что у меня чая нет дома. Короче. И масло сливочное. Просто... Чем заняться в Питере одной днем? Не знаю, можно ебаться, например. Да хуй его знает. Короче, ты хочешь жить? Нет, просто если дорого, типа. Как перестать депрессовать из-за расставания с тёлкой? Хорошо. Не, ну главное, чтобы действительно ты себя. Надо переключиться, братик. Можешь бухнуть. Салют, чинаски с захода Украины. Слава Украине. Короче, фишка в чем? У меня помятый, потому что вчера выпивал. Фишка в чем? Мы сегодня что собрались? Сегодня день рождения у Ильи Плавника. Да. Илья Плавник — гений. Автор известного хита «Молния Маккуин». И я предлагаю, короче, он сейчас едет, потому что он медленный. Вот. Но мы его ждем. Вот сейчас Илья приедет, я предлагаю вам всем чатикам его поздравить. Как вам, пацаны? Поздравим Илюху Плавника. А? Да, ну вчера был день рождения, но мы сегодня празднуем. Сейчас Илья приедет. Где тот мужик с лицом моего деда? Слушай, возможно, это вот этот мужик? Если есть контакты магнаты, пусть подарит ему стикеры Сени анимированные, а не пиздатые. Бля, какая удобная сила сейчас. Здравствуйте. Послушайте мой реп, пожалуйста. Это моя сестра. Да. Короче, да нет, что вы сейчас, вы, блядь, сейчас не надо поздравлять, он еще не приехал. Сейчас не надо поздравлять. Не-не-не, подождите, вот сейчас Илья Плавник приедет, будем все его поздравлять. Будете со мной его поздравлять? Богдан лучший, пишет моя замечательная подруга одна. Это неправда, типа. Сука, не чтобы я в бан, знаешь, да. Я самый лучший, блядь. Илюха Плавник поздравляет тебя с победой. Нет, надо типа знаешь, что у Богдана нет инстаграма, типа, вот ему это в директ и пиши. Да. Когда придет блогер Дефред? Блогер Дефреда, к сожалению, сегодня нет. Что у вас со звуком на видеоблоге, объясни? Ты нормально все там со звуком. Он такой чуть-чуть ебаный. Ну, как смогли. Ну, не как у дружа Облова, конечно. Короче, пацаны, если вы мужчины, можете прислать, купить Илье Плавнику стикеры в подарок. Ему будет очень приятно. Если вы женщина, можете прислать ему сиськи. Будет круто. Сейчас, короче, мы его ждем. Сейчас он приедет, и мы будем его поздравлять. Пока мы можем попиздеть. Хорошо. Где Богдан? Богдан рядом сидит. Богдан напротив сидит. Типа тут день рождения, его в целом не приглашали, но он напросился как бы. Знаешь, я чувствую эти звуки, которые перед клубом прибухивают дешевый алкоголь. Ты где? В Карл и Фридрих. В принципе, не очень. Фортнайт до Фреда тоже нет. На самом деле, скажу честно, если бы... К сожалению. Нахуй постригся. Нахуй твоя жопа хороша. Да, вот именно целенаправленно. На выходной, да, я пиздец обожрался. Скоро у меня, кстати, день рождения тоже. Спасибо. И, ну, может быть, на день рождения выпущу песню. Потому что я считаю, что если ты хочешь чего-то уникального, например, то ты за это платишь. А если там, блядь, смену, я дома себе. Почему не подавал заявку на рвать на битах? Некогда рвать. Да, к сожалению. Короче, пацаны, пришлите Илье Плавнику сиськи, если вы женщина. Купите ему стикеры, если вы мужик. Пожалуйста. У него день рождения сегодня. Мне не надо, пришли Илье. Сколько ему исполнилось? Сколько Илье исполнилось? 19. 20 лет он? Не, по-моему, 20. Он шкет. Не, ему 20 лет, чувак. А, ну он на год младше нас. Да. Все правильно. Он на год младше. Ну, меня. Чё, пацаны, кто футбол смел? Чё думаете про футбик? Юра Дудь, наверное, сегодня дрочит. Юрий, футбик жив, бля. Слушай, застебали, да? Бля, пиздец, как мы... Мы же с Петей, блядь, пошли, короче, в этот... Как это меня называется?
я не знаю, там название, а, там есть название, Копыткин. Куда кидать? Короче, нужно вот кидать Илья Плавнику. Илья Плавник. И эти пидорасы забивают на 9-й минуте испанцев. Блять, я думаю, ну, передайте Богдану привет. Раз, Богдан. Короче, я считаю, что, короче, Богдану нужно, я хочу ему создать Инстаграм. И вести его за него, его, знаешь. Его надо пиарить, как Зака Галифианакиса, знаешь, чувака, который... Типа, толстый из мальчишек. Он ничем не занимается, просто тусит, типа, знаешь... Чтобы тебя были рады видеть. Ну, как Кевстонера, короче, ну, как да. Кевстонера. Не, я считаю просто, знаешь, что... Я просто сидел сегодня, показывал Богдану клипы, потому что он же не смотрит нихуя. Говорю, смотри клипы. Он такой, бля, это говно, это залупа. Я считаю, что ему нужен видеоблог сегодня. Пацаны, короче, кто хочет подписаться на Инстаграм Богдана? Вы вообще, если у Богдана будет Инстаграм, будете увлекаться? Увлекаться. Главное не заигрываться. Интересует, да, знаешь? Не, братан, я пью пиво только по выходным. По будням я больше, не пью. Сегодня выходной. Да. По будням я больше не пью. Я берегу свое здоровье. Илья Плавник пока не приехал. Возможно, что ему забили в очко. Знаешь, при отеле. Такое может случиться. Это был самый дорогой ресторан. Всем привет. Почему так мало зрителей? Все съебались, даже бабушка, педики. Я как Кобрель был в этом. Кто не смотрит мой прямой эфир, жены, которая больше не его жена. Тот педик. Там, у них еще ресторан был? Ну, ты не ебал Богдана, там, братан. Я тебя забаню. Ха, что ты на это скажешь? Синий Пушкин. Я сходил до того, как там был Синий Пушкин. Пацаны. Я там работал, и там, короче, настолько часто трахали женщин в туалетах. Давай тебе сиськи скину. Давай. Было бы здорово. Там такие ручки, типа, специальные. Нет, в смысле, серьезно, то есть? Я слушай, там не и жопа, и типа... Это нормальные бабы были? В жопе, да. И жопа, и... Нет, в смысле, в жопе были, типа, ручки. И в Синем Пушкине тоже. И в жопе, и в Синем Пушкине это вообще клакает. Я понимаю, я просто к тому, что там женщины совсем продажные. Пошли сиськи. А я ошибся, бесплатно. Богдан с тобой? Да, Богдан со мной. Тебя спрашивает Ронин Кирилл. Кириллу передавай привет. Скажи, я навязался на пивас, короче. Да он, я говорю, типа... Вообще тут бесплатный пивас. Как хохол, короче. Сейчас пирог бухать будешь. Поливаешь, что ты такой бесплатный? Болеет вроде. Я лыжи. Богдан, ты лучше. Ты кто? Ронин пишет? Нет. Я еду просто. Я еду, блядь. Я лечу. Концерт в осени в Краснодаре еще в силе? Я думаю, что да. Мы сейчас формируем. Блин, вообще жесть, конечно. Не, ну то, что наши выглядели. О, да, пришли. Блядь, я бы посмотрел. Можете мне сиськи прислать, я Илье передам. Я тебе так скажу, я вообще посмотрел же, когда Испания, Португалия, понимал, что... Ксимирон лучше. Ксимирон. Да. А Португалия вылетела же, да? Да, я почувствовал вот это вот, короче, ощущение, когда у метро стою, понимаю, что там сейчас типа овертаймы. Я просто стою, рифмы панчи обновляю, потому что я хочу узнать, как серия пенальти типа идет. Да. Что думаешь про винтажных прокуроров? Винтажные прокуроры — нормальная группа. Только они сидят вроде все. Да. О, Плавник. Илья Плавник, где ты, блядь? Почему мы сидим, тебя ждем? Ну ты что, хуя вы долбоебы уже сидите там, а я еще дома. Илюх, прикол в том, что мы уже начали, короче, пить за твой счет, поэтому езжай быстрее, Илюх. Я бы на его месте за соседним столом начал. Федя, с вами сидит тот пацан, на которого за Майя Славик в клипе кричали. Да. Да, это он. Это местная звезда. А знаешь, у Кевстонера есть... Сам Майя Славик в кличе кричали, да. Нравится. Поздравь его от меня. Да сейчас он, сами поздравит. Поздравь меня с тем, что на меня кричали Славик из-за Майсности. Поздравь его. Поздравляю, да? Спасибо мне. Слышал что-нибудь про ГСПД? Ничего не слышал. Я слышал, что он хуй мамин. О, Лев рядом сидит? Лев рядом сидит? Да. Да? Почему вы с Кармой поссорились? Потому что он, блядь... Нарывается нахуй на бокс. Да нет, то, что хуйней занимается какой-то, на мой взгляд. На каких-то рэп-фестивалях, блядь, ведущий работает. У нас времени на хуйню нету, к сожалению. Смотрю трансляция, а в наушниках Окси. Зря. Е, почезач респект просто. Почезач респект. У Мирона есть наушники? Да. Мне казалось, ему, знаешь, как эти наушники, которые прямо в кость транслируют. Федя, когда будут стримы, когда будут стримы в Ютубе прохождение игр. Да, что-то я, ну, опух немножко. Короче, прохождение игр. Слушай, я не знаю, купил Fallout 4, может, пройду его на стриме. Я какую-нибудь такую хуйню. Федор, важный вопрос века. Федор, у меня вопрос века. Ты Карл или Фридрих? Я, знаешь, есть магаз. У меня на районе, короче, точнее не у меня на районе, а на Озерках есть магаз, называется «Колбаски на огурчиков». Там два таких же персонажа. У Саши на районе есть пивная, которая называется «Пивквас». Сначала я так угорел с того «Пивквас». С кем будет следующий батл? Не с кем. Батлы для геев официально. Каждый, кто батлится, полная хуйня.
Россия победила. Россия! Пизда, давай! Наконец-то, блядь. Пацаны. Не, знаете, можно смело проебывать следующий матч, конечно. Извините похуй. Меня за это. Вот это ощущение патриотизма, да, оно уже типа летает. Я опаздываю к Вите, стою у двери, потому что смотрю твою трансляцию. А что ты у Вити делаешь вообще, Даша Маркелла? Кто тебя туда позвал? Ну, понимаешь, это ж... Сейчас я на станцию уеду, то у нас останется Женя, блядь. Ебаные дороги. Бля, ты что, у Почезаль живешь? Я у Почезаль живу. Вот покажи им, где я живу. Да. В общем, вот, Лёва Почезаль, ну он как бы более обеспеченный, чем мы, поэтому... Да, с таким лицом можно только в ресторане жить. Что? Прикинь, если бы ты реально жил в ресторане. Это вообще огонь. Это нихуя. Это очень круто. Знаешь, заходишь, ко мне домой заходишь, такой, я сам варю пиво, а у меня, знаешь, это установка для сэмэча стоит, такая ебаная. Бля, друзья, можно, короче, варили пиво. Можно пройти до труда. А у них незаконно же. Просто, ну да, ну, блядь, вот, а нигде незаконно. Вдумайся в саму фразу, у меня друзья в Финке варили пиво в толчке, блядь. Нормально. Реально огонь. Не, ну в смысле, это правда, и у них даже получилось, сначала с пластмассовым вкусом было, а потом нормально уже. Испания сосать. Они там в Финляндии совсем охуели пивом в туалет снимают, смывают, блядь. Да, же... Знаешь, там в Финке можно пить воду вообще из любого крана. Да, там, да. Машинчатое, это вообще... Это... Лично-то из напитков? Пока что нет, но... Пока нет, да. Очень приятно, что сами. Там, да, на самом деле... Сейчас я к вам подъеду. Нет, к нам не подъедешь. Ронин! Сейчас я к вам подъеду. Что ты такой милый? Я самый дружелюбный и милый. Все, короче, я больше не... налоги больше за... Я теперь феминист. Слушай, там, на самом деле... Давайте дружить. Налоги, они как бы, ну, не в карманы уходят, на дело там. Там, как бы, если бы еще больше, там был закон, по-моему, когда ребята сами хотели больше налоги, потому что, блядь, если Лев, ты... А что бы ты выбрал, 100 баксов каждый раз, когда ты дрочишь, или лям сразу? 100 баксов каждый раз, когда я дрочу? Бля, это так выгодно. Но доход в 30 лет может и упасть, тебе надо трудиться усердно до 30. Нет, стоп, давайте по-честному, смотрите, лям ты можешь проебать, а то так у тебя нет денег, раз и все. Да, подрочил и все, причем ты можешь в Сапсане, типа... Нет, знаешь, типа, не можешь платить счет такой, секунду. Не-не-не, на самом деле, это же... Нет, ну серьезно. А там есть какие-нибудь, типа, бонусы, там, двойной... Короче... Там... Спасибо за то, что ты подрочил. Женщины, пришлите мне сиськи, пожалуйста. Кэшбэк. Кэшбэк с дрочки идет. Да, присылайте мне сиськи. Кэшбэк. С дрочки. Новая карта Альфа-банк дрочильда, знаешь. Да-да. На заправке такой зашел. Да, прикинь, реально. А, кстати, 100 баксов, получается, полный бак на Ниве какой-нибудь. Ступай, ну... Нет, это 2 полных бака. Точно? Трёшку? Ну это 6 же сейчас. Ну смотри, Тахо у меня... Почезаешь, похож на... Почезаешь, похож на Шрек. Ой, блядь, я думал, что я похож на Биба Байрок, кстати, блядь. Да-да, обоих. Один из них свинья, блядь. Что за Биба? Биба? Как ты, брат? Я нормально, брат. Ты как, брат? Я в руле, брат, скажи. Бля, короче, есть гениальная песня «Я в руле». Это Худи Волшок. Ты где, брат? Я в руле, брат. Ну ты такое отвратительное дерьмо, я не знаю. А где он работает? В тюрьме. Знаешь, вот эти вот... Кто? Где работает кто? Да, ну это из какого-то трека, типа, меня генш, бля, там скит есть, типа, а где он работает? В тюрьме. Знаешь, это такая такая же. Он этот на канатной переправе работает, колбасу. Бля, такой охуенный момент в интервью техника, где он такой, колбаска тебе по дороге идет, какой-то пидорас обрезал. Лев, просто мне чувак пишет, вот, это лучше, сейчас, зацени. Фига ты отожрался, я похудел, сука. Суки, бам. Чувак, я твой кумир, когда новый трек. Бля, нет, не хочу с тобой прямой эфир проводить сегодня. Ну ладно, чувак, разыграй про проведение прямого эфира. Совместный прямой эфир, это ж такой мем. О, Артур, давай. Артур где? Сейчас будем с Артуром вести прямой эфир. А где Артур? Сейчас Артурчика позовем. А где? Чё ты? Я тебя забаню сейчас, Артур. Артурчик. Артурчик, в комоде тебя ждут, давай. Артур как-то раз набухался, в комоде пел песню по ресторанам. В смысле, нормально. Два раза это сделал. Я тебе больше, к нему девушка подошла сразу же, сходу, короче. Да, сказал, не пойте. Нет, наоборот. Сказал, не пойте. Подошла и сказала, давай кто же толчки, я спою тебе. Нихуя себе. Сыграют спа на флейте. Сходишь с тобой по ресторану, так сказать. А, кстати, блин. Давай. Хорошо пел. Он реально хорошо поет, сволочь. Пацаны, готов провести совместный прямой эфир только с симпатичной тёлкой. То есть Артурчик тебе нет? Артур отклонил приглашаться. Он сидит, наверное, накуренный просто в очко. Не, он не накуренный, он просто думает, знаешь. Если бы он был накуренным, он бы подумал, что прямой эфир переносит тебя сразу в кафе. Такой, ой, я уже в кафе. Он уже, мне кажется, он сейчас может съесть даже, знаешь. Артур пишет, я не в лучшей форме для трансляции. Когда жаришь колбасу, у тебя прижарки остаются на этой лопатке. Мне кажется, он это может съесть под плюхами, он почувствует себя в ресторане. Я не в лучшей форме, блядь.
проведу и... Я не в лучшей форме, когда ты объелся. А когда ты был в лучшей форме? Ты когда объелся, тебе встать тяжело, блядь. Да, да, только да, с симпатичными чиками будем проводить прямой эфир. Наш. Балдин. А, у меня смешная история есть, короче. Я помню, мы сидели в Паше на даче, бухали там. И в какой-то момент... Тихо-тихо, стой. Рассказывай. Помню, мы, короче, сидели у моего друга Паши на даче. В какой-то момент мы... Слышим, девушки идут. Бля, там девушки. Мы идем, перекладываем через участок, а это курятник, блядь, оказался. Серьезно. Жесть. Класс. Серьезно. Там вот это, знаешь, как из клубов эта хуйня, типа, звуки девушек. Не, реально, короче. А мы реально такие, о, это же самки. Типа, пиздец. А это курятник. Паша говорит, ну, хули, похоже. Ну, а может лучше Богдан? Что? Застрелиться, а может лучше Богдан. Вот лучше, может, лучше Богдан трет. Бля, Богдана можно так легко зафорсить. Просто как один постишь его фотку и скажешь, бля, что за чел. Кстати, может реально начать его... А ты такой, да ты зелень, бля, все знают Богдана. Может реально начать его форсить. Давайте, давайте не надо. Просто, короче, реально, нет, написать скрипт, который просто раз в день пост сделает. Да, это не значит такую хуйню, типа, преклонитесь, это король бетарды. Не, просто, не, просто это Богдан, знаешь. Не-не-не, слышь, я приду... Святого Богдана, это типа, знаешь, когда был там совенок тренд, не знаю, ты не застал, там, типа, слава нашей великой матери кошки. Не, чел, я придумал самый гениальный текст, просто жирным написано, типа, капсболдом написано, это Богдана, под спойлером, это Богдан, знаешь, вчера был лучший тренд за последнее время. Там, короче, были названия фильмов, исковерканные под... Типа под армейскую тематику. И там был фильм под названием «Дорогая, я уменьшил время на еду, блядь». Я так за того разлетелся, я такой, ёпта. Не, мне раньше нравились тренды, знаешь, типа, опиши свой хуй название фильма. Да, вот там реально нормально. Это лучшее, что существует. Богдан, опиши свой хуй название фильма. Миджборде. Какие фильмы ты знаешь? Любые. Могу названием ресторана «Карл 2 Фридриха». Как тебе матч? Заебись. Опишите свой хуй. Вот я сейчас опишу свой хуй названием фильма. Например, «Легенда 17». Как все так? Неплохо. Движение вверх, знаешь? «Легенда 17». Типа, не, больше Бена, нормально, это классика. Больше Бена. Не, нужно что-то такое. Большой стенд, да. «Тихоокеанский рубеж», знаешь, вот эти вот. Цельнометаллическая оболочка. Там было, было, было. Я сейчас найду. «Передай привет, сука, пес, бля, ты улетаешь в бан, черт ебаный». Сосать просто. Ба. Привет хотел? Да пошел он нахуй, да? 11 друзей Оушен. 11 друзей Оушен, хороший. Иллюзия обмана. Дорогая, я уменьшил время на еду, в курилке только дедушки. Парк дежурного периода, подъем за 60 секунд, зеленая взлетка, список командира, братан, список командира, это просто запей. О, Юля, здравствуй. Песни, короче. Иван Васильевич, блин, меняет звание. Песмогон майор. Понимаешь, зашла красивая женщина, которую я знаю, я не в лучшей форме. Сейчас я прихорошусь. Так деньги есть, знаешь, сейчас. Здравствуйте. Правда, музыка из фильма, типа, шаг вперед, типа, заиграл. Да ты еще должен, знаешь, так запрыгнуть на лавочку и прокрутиться вокруг столба, так за руку. Чувак, на самом деле звучит, как эндинг из Наруто. Хорошего вам вечера, пока-пока. А вы танцевать можете? О, пацаны, возникли технические трудности, короче. Но, пацаны, готовьтесь поздравлять Илью Плавника, он сейчас придет. Готовы? Нахуй пошел, черт, забанил тебя. Забанил тебя, блядь, за щеку, проверяй. Че, пацаны, нас осталось мало, всего 40 человек, но... Богдан знает, как он выглядит, можно мне сказать? Мне интересно, знает ли Илья, как Богдан выглядит. Он сейчас завозит его, а Илья прям... Пацаны, идет Илья Плавник, давайте поздравляем все его. Сейчас. Это что, именинник, ебать? С днем рождения! Пацаны, да. Поздравьте Любовника. Привет. Всем привет. Ух ты. Вы лисе в день рождения. Тут 40 подписчиков, ты столько не видел. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Вы знаете, что Россия чемпион, чуваки, типа. Вот видите, у меня есть сборная России здесь.
Я скоро напишу трек про Артема Дзюбу. Я стоял в метро Христовского острова, короче, бич смотрел через зеркало игру с полторашкой пива. Когда Россия, типа, выиграла, он просто облился с него. Победа, типа, спасибо, спасибо большое, всем спасибо. Слава за Майер пишет мне. Андрей забил пенальти в финальной игре. Андрей, можете позволить за что угодно, на поле выйти. Андрей Замай отбил пенальти. Да, что так? Ну просто на стадионе. Смотри, знаешь, что Замай подходит? Нет, я его как читаю, ебаный. Китайская сила. Нет. А Китай был? Знаешь, что я посмотрел? А Китай, да, ногой. Типа, как будто ебаный матч по доте. Я посмотрел, короче, как трекеры футбол друг с другом играют. Братан! Мне, короче, пишет Илья, догони Федю по знаменитости. Знаменитости. Мне чувак сегодня написал, я твой кумир, когда новый трек. Серьезно. На самом деле, самое охуенное видео, которое я видел за последние 9 лет, это 6ix9ine в Киеве играет в футбол. Да. Чел, он типа в коробке с какими-то пацанами отбивает мяч, и ему киевские пацаны такие, хорош, хорош. Я понимаю, что вот 6ix9ine, он уже заработал столько денег, сколько эти пацаны в жизни не увидят. И они с одним из топовых рэперов Америки в клубе спасибо. В коробке чувак, играют. Спасибо. Само название 6ix9ine, и он стоит на ране, блядь. Пацаны, смотрите, хотите прикол? Хотите прикол? Сейчас Букер меня с днем рождения поздравит. Да, он пишет, типа, Илья Плавник, ты лучший, мы запишем с тобой совместно. С днем рождения. Смотрите, Букер в комментариях меня поздравил с днем рождения. Нормально. Ладно, все, пацки, мы все. Спасибо, что поздравили. Все, присылайте сиськи в директ. Всем удачи. Илья Плавник, с днем рождения. Пока. Фидос, знаешь что?